Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости канала. На этом видео я буду вязать такой небольшой воротничок. Этот воротничок будет одеваться на платье. Вот нить подобрана вот под это платье. На прошлом видео мы вязали с вами белый воротничок, также для этого платья. А сейчас я буду вязать другой воротничок серого цвета. Нить такая же, как и белая. В прошлый раз я не показывала вам, только вот эту этикеточку показала. Сейчас у меня есть этикетка. Это нить в 50 граммах 282 метра. Виолет Вернат. Вот такая вот ниточка. И крючком я буду вязать тоненьким, так что он будет такой ажурный, красивый. Крючок у меня единичка. Сам воротничок 42 сантиметра. Вот, окружности у него 42 сантиметра. Итак, кто решил вязать такой же воротничок, садимся поудобнее и начинаем наш видеоурок. Набираем цепочку нужной нам длины воротничка плюс 1 сантиметр или до 1 сантиметра. Количество петель должно у нас делиться, не забываем, на 5, то есть кратно 5. Вот я набрала, мне нужно 42, я набрала цепочку 43 сантиметра. И у меня количество петель составило 180. 180 и плюс еще 2 петли для того, чтобы у меня равномерно лег узор. И далее продолжаем вязать. Вначале во вторую петлю провязываем столбик без накида. Затем вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем по цепочке 2 петли. 1, 2. В третью вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот здесь у нас провязан столбик без накида. 1, 2. Пропускаем. В третью петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем на цепочке 4 петли. В пятую вводим крючок и провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. В пятую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Так продолжаем до конца ряда. В конце ряда у нас останутся петельки. Вы пока провязываете 6 воздушных петель. Пропускаем 4 петли цепочки. В пятую провязываем столбик без накида. Еще раз повторю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. В пятую вводим крючок и провязываем столбик
Без накида. Продолжаем до конца цепочки. Завязали до конца цепочки, и у нас еще остается 3 воздушные петли цепочки. Провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вводим крючок, пропустив 2 петли цепочки в третью. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. Итак, у нас с вами получилось 35 больших арочек, и по краям у нас 2 еще маленькие арочки. И продолжаем вязать дальше. Поворачиваем вязание и провязываем соединительную петлю. Первую воздушную петлю арочки. Далее вяжем столбик без накида. И теперь вяжем до конца цепочки арки из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И под арочку следующую провязываем столбик без накида. И продолжаем дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида. Итак, вяжем до конца ряда. Довязали почти до конца, и последнюю арочку провязываем следующим образом. Провязываем 3 воздушные петли, затем делаем 2 накида на крючок и вводим крючок вот в этом месте. И провязываем столбик с 2 накидами. Итак, второй ряд закончен. Приступаем к вязанию третьего ряда. Поворачиваем вязание и вяжем в начале 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли заменяют нам столбик с 1 накидом. Провязываем еще под арку 2 столбика с 1 накидом. Затем вяжем 2 воздушные петли. Накид, и под следующую арку провязываем 3 столбика с 1 накидом. Две воздушные петли. И вязание так повторяем до конца ряда. Провязав 3 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли, и переходим к провязыванию следующих столбиков 3 под следующую арку. И так вяжем до конца ряда. И последнюю арочку 3 ряда провязываем 2 столбика с 1 накидом, и 3 столбик будем вязать в саму арку, то есть цепочку воздушных петель, так чтобы у нас просто затем они не ездили, не смещались столбики. Вот так. Далее набираем 3 воздушные петли подъема, и это у нас первый столбик с 1 накидом. 1, далее вяжем 2, 3, 4. Под цепочку вяжем 1. После 4
столбиков провязываем одну воздушную петлю, затем провязываем столбик с одним накидом под цепочку и затем над каждым столбиком. Это 2, 3, 4. Воздушная петля под цепочку. 1, 2. И над столбиками 2, 3, 4. Воздушная петля. Итак, вначале мы провязали 3 воздушные петли. Затем связали 1, 2, 3 столбика, воздушная петля, под цепочку 1 столбик с одним накидом и над столбиками предыдущего ряда еще 3. Снова воздушная петля и под цепочку 1 и далее 3. Так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем четвертый ряд. Провязываем 4 столбика с одним накидом. Так же самое. И здесь верхушку. Мы с вами закончили вязать четвертый ряд. Далее ряды будут повторяться. И вяжем на то ширину воротничка, которая нам необходима. Не забывай, что у нас еще будет в конце провязанный один ряд. Итак, вяжем столько рядов, повторяя четвертый ряд, сколько нам необходима ширина минус еще один ряд. Я провязала 7 рядов, из них по 4 столбика с одним накидом, 4 ряда. Предпоследний ряд я буду вязать следующим образом. 3 воздушные петли подъема, затем 3 столбика с одним накидом, то есть в каждый столбик предыдущего ряда по столбику с одним накидом. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее снова 4 столбика с одним накидом. Один, два. Три, четыре, хвостик. Далее 3 воздушные петли и повторяем 4 столбика с одним накидом. Три воздушные петли и снова. И так вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца. Третий и четвертый столбик с одним накидом. Далее поворачиваем вязание и вяжем 3 воздушные петли. И нам осталось вязать последний ряд. Делаем накид и вяжем столбик с одним накидом между вот столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Следующий
Следующий так же само между следующими столбиками с одним накидом. Получится у нас 3 столбика с одним накидом. Далее вяжем 3 воздушные петли. Столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель. Снова 3 воздушные петли. И 3 столбика с одним накидом. Провязываем их между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. 1. 2. 3. 3 воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли. И 3 столбика с одним накидом, провязанные между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Здесь можно еще связать и пико. Может быть, кому понравится. Вот так. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем вязать последний ряд воротничка. Провязали 3 столбика с одним накидом. Ну и теперь можно обвязать. Я буду обвязывать вот с этих сторон. Здесь по низу, ну не знаю, наверное, не буду. Сейчас попробую. И как будет красиво, так и оставлю. Это все по желанию. Провязываем воздушную петлю. И под крайний столбик провязываем 2 столбика без накида. Под следующий также 2 столбика без накида. Кто вяжет плотно, пробуйте. Может быть, вам необходимо связать не 2, а 3 столбика. По краю, за крайние столбики провязываем по 2 или 3 столбика без накида. Здесь мне нужно будет сделать петельку для пуговички. Вот у меня пуговичка такая. И по размеру мне нужно сделать петельку. Сделали петельку и продолжаем дальше обвязку. Но все-таки петелечку нужно сделать на верхней. Вот здесь. Провязала петелечку
И дальше обвязываем. Здесь у меня получится больше, чем 2. Получится, наверное, 3 столбика. Сейчас посмотрим. Здесь у нас было 4 петли. Ну, можно 3 или 4 столбика под каждую арочку. Ну, так вяжем до конца, до следующего края. И вот довязали до конца, до края, где у нас будет пуговичка пришита. С этой стороны мы делали петелечку. И обвязываем теперь этот край воротничка. И по, я уже говорила, 2 или 3 столбика, 2 или 3 столбика без накида провязываем по краю. Ну, так с обвязкой воротничок имеет более законченный вид. И здесь у нас уже идет последний ряд. Вот я думаю, что последний ряд обвязывать не надо. Ну, хотя можно и попробовать. Ну, если честно, мне не очень нравится. Мне больше нравится без обвязки. Поэтому я буду делать вот так. Здесь у меня уже закончилась обвязка. И я ниточку обрежу и спрячу ее. И вот что получилось. Теперь его немножко нужно будет разгладить. Вот так он будет выглядеть. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Если вам понравилось, как мы вяжем вместе с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жду вас на следующих занятиях. До свидания!